Всем привет! Сегодня 2 сентября 2017 год, и я, ребята, хочу с вами в очередной раз поделиться своим урожаем, а именно огурчиками, которые я только что собрал у себя в парнике и на грядочке в открытом грунте. Посмотрите, ребята, перед вами ашановский пакет, почти полный, набит вот такими вот замечательными, молодыми и, что самое главное, полезными, сочными, хрустящими и сладкими огурчиками, которые я лично вырастил. Посмотрите, ребята, здесь, как всегда, мозай, луховицкие вот огурчики, вот мозай и музыкальные пальчики. Вот, посмотрите, почему их назвали музыкальные пальчики, а потому что они, видите, какие ровные, стройные, красивые, изящные, видите, какие действительно, как музыкальные пальчики. Вот, и сорт теща, вот, тоже хорошо, кстати, себя они зарекомендовали. И посмотрите, пожалуйста, вот, а эти огурчики я собрал у себя в открытом грунте на грядочке, которая у меня все лето накрыта укрывным материалом, ультрасилом. Но сегодня я 2 сентября собрал где-то, наверное, грамм 600. Может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Но будем считать где-то. Около килограмма все равно, правильно? И вот, это значит в парнике, да? Это вот в открытом грунте. Ну, где-то в общей сложности, я не знаю. Я могу, конечно, ошибиться на глаз. А за безменом, за весами идти домой не хочется. Но я думаю, где-то килограмма 4. 4,5 точно я сегодня опять вновь собрал. Ну, а на этом все. Берегите себя и своих близких. Пусть у вас тоже всегда будут такие хорошие, богатые урожаи, как у меня. Все. С вами был на связи, как всегда, Сергей Резников. Не первый, но и не последний московский видеоблогер. Все. Пока.